тоже. Я сам не знаю, кто я. Почему кому-то это можно или нельзя? Потому что угостили, я спросила, где вся. В комнате синий дым, и мы дома. Перестань спрашивать, я сам не знаю, кто я. Почему кому-то это можно или нельзя? Потому что угостили, я спросила, где вся. Где взять? Трёхгл большая таблетка. Убился, закрываю веки. Не так нормально, наверное. Время нас покалечило время. Я убиваю свои нервы. Я был и я остаюсь первым. Сука, ты стала стервой. Лучше бы ты стала немой. А сегодня я не иду домой. Сегодня я бухой. Чувствую себя малолеткой. Посматривая твои фотки, у меня порезано вена. Я прям как рокер. Я прям как рокер. Бит мне нравится. Саундтрек что-то такое. В комнате синий дым, и мы дома. Перестань спрашивать, я сам не знаю, кто я. Почему кому-то это можно или нельзя? Потому что угостили, я спросила, где вся. В комнате синий дым, и мы дома. Перестань спрашивать, я сам не знаю, кто я. Почему кому-то это можно или нельзя? Потому что угостили, я спросила, где вся. Потому что угостили, я спросила, где вся. Может, я путаю, наверное, следующий мы слушали, да? Тихо. Слушайте, битовка шикарная в синем дыме. Прям как бы не один из лучших битов на альбоме. Прям такой. Вроде местами живенький и прям, блин, вообще. Не скажу, что прям сам трек как-то разложен на что. Цепка для меня, да, интересно. Но за счет бита бит прям проскальзывает, и вот сердечко бьет просто. Так, запах твоих духов. Вот синий дым пока претендент на лучший биточек, я бы сказала так. Ну, пока что. Мне больше зашел. Я что-то опять дерусь, что ли, с микрофоном. Так, запах твоих духов. А, вот этот мы слушали, да? Запах твоих духов в перемешку с куриным табаком. Не бойся, примись, милая детка, хорошо. Если не помнишь, мне не значит, что это был сон. Запах твоих духов перемешку с выкуренным табаком. Не бойся, приблизь меня, детка, хорошо. Если не помнишь, мне не значит, что это был сон. Не значит, что это был сон. Ты скружила мою голову, детка. И словно жизнь пошла по-новому, детка. Даже не ждал, что я тебя найду где-то. Не замечу, как на теперь не могу без тебя. Без тебя. Все эти звуки истерика. У тебя снова истерика. Я знаю, что это все ты не намерен. Сколько надо тебе моего времени. И в моем сердце холод, как на севере. Мне нужно проникнуть на все твои серверы. Это затянутый сериал, но повторяются серии. Но без тебя все оттенки вокруг, все какие-то серые. Запах твоих духов, малыш, я предвкушений. Твои ноги сейчас мое ожерелье. Похуй на проблемы в нашем общении. Детка, я жду от тебя сообщения. Запах твоих духов перемешку с выкуренным табаком. Не бойся, примись, меня, детка, хорошо. Если не помнишь, я не значит, что это был сон. Запах твоих духов в перемешку с выкуренным табаком.
Ну, как бы я все-таки не меняю ничего, да, ни своего мнения касательно этого трека, как в прошлый раз говорила, да, когда мы соло его слышали. Ну, такой, просто какой-то вот у меня, несмотря на то, что это фит, что-то он какой-то, знаете, я бы сказала, даже на общем фоне и чуть-чуть теряется. Вот. Османов, касательно вот твоего вопроса, кто больше зашел в 66 или Трил Пил в предыдущем треке, на самом деле я немножечко потерялась, потому что я что-то внимание больше мое ушло на сам бит, и для меня как-то они просто как дополняющие оба шли. Но какой-то супер яркости я у кого-то из них не услышала, кто-то, чтоб сильно кто-то из них выделялся. Что это значит для меня? Это значит, что они очень органично, когда вот звучит так, да, что ты не можешь выделить из двух артистов кого-то одного более, да, просто это значит очень органично, классно спелись, и получилось одно целое, хорошее такое прям произведение, так скажем. Поэтому